Всем привет! Сегодня с утра мы проснулись, а у нас все замерзло. Шел так называемый новое природное явление – ледяной дождь. И у нас все во льду. Все скользит. Сейчас немножко подсохло, но этому очень рады дети. Да. Я иду, что? Да. Лужа! А здесь нет лужи, да. Вот. Дети рады любым погодным явлениям. Сегодня, конечно, утром был вообще кошмар. Прям все в ледяной корке. Даже в курятник дверь еле открыла. Сейчас уже все подрастаяло. А прям такой с полсантиметра, наверное, была ледяная корка на всем. На дверях, на окнах, на стенах, на земле. Погодка, конечно, нас подкачала. Да, Палюш? Эй, а вот детям классно. Такой видеоролик ни о чем. Ой, есть. Да, конечно, когда живешь не в городе, очень сильно погода влияет на твой образ жизни. Когда такая погода, прям фу-фука, из дома даже выходить не хочется. А приходится, когда есть маленькие дети. У нас есть люди, которые живут без детей. В основном мы тоже, у кого дети взрослые, или даже у кого уже внуки есть, они тут живут, а внуки к ним приезжают. Вот в такую погоду дома у печки сидеть. Палюш! А? Чего ты спряталась? Стесняешься? Стесняешься, да? Пойдем домой уже, все штаны мокрые, посмотри, и ботинки тоже. Штаны мокрые? А, о, задохли еще. Что, домой пойдем? О, сопля у кого-то в носу. Что тебе, телефон дать? Дома пойдем мультики смотреть? Это дождик идет. Дождик, видишь, кап-кап. Да? Да. Нам вот почти 2,5 года. А разговариваем мы, как Эллочка-людоедочка из всем известного фильма. Мама, папа, Дема, дай. Ням-ням. Поль, пойдем ням-ням? Кушать пойдем? Полюнь. Нет, зачем? Я в лужу посижу. Да, в лужу посижу. Представляю себе такую картину, если бы ребенок на детской площадке сидел в луже и мисякал ногами грязь. Вот там мамашки бы! Ох, сколько было бы тем для обсуждений. А здесь, пожалуйста, мисякай да мисякай. Да. Вот так. Вот класс. Бармалюш. Бармалюша. Кс-кс. Иди в коровник греться. Там все твои собрались уже. Там тепло. Да. Хе-хе. Ну, все лужи размесила, да? Ладно, пошли мы домой. Да, тазик сейчас водички горячей нальем, помоемся, да, в горячей водичке, ножки попарим. И штаны мокрые снимем, стирать положим. Ну так, видеоролик ни о чем. 5 минут из нашей жизни. Палюш, хватит варежки пачкать. Ну пошли, все, ладно. Всем пока.